И всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня будет обзор ретродропа от MetaMask и мои мнения о нем и так далее. MetaMask — это криптокошелек, который не нуждается в представлении, созданный консенсус, а консенсус привлекли 726 миллионов долларов инвестиций. И в них инвестировали Electric Capital, Animoca Brands, Microsoft, Dragonfly Capital и другие. Будет ли токен? CEO компании Consensus в интервью поделился, что у MetaMask есть намерение запустить токен. А что это значит? Risk Reward хороший, проект хороший, действительно им все пользуются. А если Risk Reward хороший, значит делаем. Самое главное просто делать в идеале 30-40 проектов, если у вас позволяет ликвидность. Но если ее мало, то хотя бы 5-10. Просто чтобы риски распределять, я лично так считаю. Хотя я довольно неплохо так сделал в тир-1 проекты аккаунтов. Теперь дополнительная информация. Сколько мы потратим? 100-120 долларов на один аккаунт. Затраты времени участия 1 час на N аккаунтов. И то, что мы получим, это, скорее всего, ретродроп от Маска. Где я это все знаю? Я это знаю все. В Криптон Прайме там таблицы, ссылки, гайды. Также темки обновляются довольно часто. В общем, у меня есть отдельное видео по Криптон Прайм. Можете посмотреть. И ссылка на покупку Криптон Прайма есть в описании. Какие действия? Мы переходим на страницу портфолио MetaMask, после чего делаем свапы токенов в разных сетях. Желательно взаимодействовать с каждой из представленных сетей, включая эфир. Так, согласно дашборду, совершили более 20 транзакций, только 10-15% уникальных трейдеров. Но также не забывайте в дашбордах смотреть, все проверять, просто быть чуть лучше среднего. Также переходим в раздел Bridge. После совершаем сетевые обмены. Как и со свапами, взаимодействуем как можно с большим количеством сетей. Наименьшее количество транзакций, без учета арбитрума и оптимизм, приходится на Avalanche. Дополнительно мы можем отправить небольшое количество эфир в стейкинг через портфолио на MetaMask. Периодически совершаем донаты в Gitcoin. Консенсус и Gitcoin работают вместе с 2017 года. MetaMask имеет активную страницу на Gitcoin. Также участвуем в голосованиях. Просто храним небольшую часть денег на кошельке. И как-то так. Risk Reward хороший, MetaMask, да, возможно дорого, но проект топовый. Почему бы и не сделать? Вы можете написать в комментариях, что думаете, а я также еще раз напоминаю о Криптон Прайме. Крутая тема, сам пользуюсь, удобно все структурировано.